Клон, скидай прото конта. Тигара готов, Капар? Да. Давайте, если готовы, начинаем. Салат, иди. Там рыжу сзади наберите. Вы вышли, споры все с Мелизоны, все три споры в стороны вынесли. Вышли, сова, вышли, Тирент, сова, выйди, выйди нахер, сова. Выбежал, выбежал, беги от рейда. Все, возвращайтесь. Кому это говорил? Мне. Ну, согласен. Так, извиняюсь, я по телефону разговаривал. Смотрим споры, так же самое вынесем в стороны. Так, Трент, Актуалы и Тоби все в стороны вынесли, чтобы не стояли друг возле дружки, чтобы никого из них не было. Так, сова, на тебе там два стака, на третьем стаке в споры не сбегаешься, просто от споров отбежишь. Давайте, третьи споры вынесем, квадрат, трусы и Мелизона, это важно, а то умрем. А сова, Трент, ты не сбегаешься. А если на нем будет третий? Ну, туда будем падать. Ну, падаем. Подождите, не падаем, дайте на него этот диван. Бабл, да. Ладно. Да, нормально, короче, играем. Сбежались, все нормально. Ратрамблер, танчи. Молодец, можешь забирать. Молодец, попал, подумал вовремя. Присты на выдохе, дадите все гимны на ХП. Давайте, готовьтесь, там сакуру жать скоро. И мастер аура тьмы. Все, жмем, присты гимны читаем. Все нормально, живем. Раз с ачивкой. Все, можете не сноситься, просто добивайте. Ва какая-то заговоренная. Да. Что резко типа вшивите на чумку. Ой, так на ней. Ну, спасибо, профа. Ну, кто там на осколке? Ой, ты? Как и Гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Ну вот тут сейчас, короче, подойдем, там пока будем проходить, так типа расскажу. Ну, все делаем как обычно, только одна особенность, ДК танчишь профа, когда зеленая выливается, вход зеленым. А красный, скажу, кому попы давать. Первый войд даст поп. Ну а дальше скажу, там просто бопы достаньте с панели. Лок на красного кидаешь, проклятие косноязычек. Сразу выйди, сразу кидаешь. Чендер, пока тебя кикну, чтобы запустить. Капар, где там, подходи. Бегу. Может, там на второй фазе рост? Да, на второй фазе рост дадим, чтобы не на третьей, а на второй. Чтобы быстрее перевести. Сейчас там друида, все нормально. Можете пока там бафы давать, паладины там падали. На ком будет красный, по нему воп дадут, я скажу, первый войд даст,
потом сейчас я смотрю, а кто Аглы и Дримфиз 3 даст. На вас болт дадут, вы никуда не бегите, просто стойте, домажьте. Ну, соответственно, в красного все переключаю, все милики и РТД. Ну, слизни, соответственно, что не замедляешь. Не, сколько? Просто пей лужи и все, замедлять не надо. Кстати, квест можно сделать. Он что, кому-то надо? Там спрашивал кто-то. Кто там хотел квест сделать? Есть возможность квест сделать. Кто-то хочет. С Мано отопьем, который в кукле делать. Так, пейте ману с ритом, что по бафам не хватает. Каску, луку, приста баф, лапу дайте, интеллект. Суть это ячил, в общем, чтобы куфа не замедляла слизня, да? Просто лужи пьет и все. Так, теперь давайте по бобам. Первый кидает Войд. Актуалы второй боб. Фиф третий боб. Засуньте все куда подальше, эту шкатулку, сука. Достаем бобы, чтобы вам было удобно их кинуть там прям на одной цели, там на единичку поставьте, грубо говоря. Давайте чек на хул. Когда вливается зеленый, мы как в Ере. Стоим РДД в центре, хилы, а мелики под зеленой колбой. Так, а кто углы тут? Хмели сунели. А кто углы? Твой второй боб. Вынесите его. Ну давайте, все готовы, можно пулять. Пей куклу там. Смотрим, с пуш выходим, в виде под зеленого ничего стопать не будем. Так, смотрим сейчас, вылится, не вылится. О, милики, как раз будет сейчас зеленого ковырять. Сразу зеленого ковыряем. Если милики отлетают, бежим в РД зону милики. Цели сразу сбегаемся. Дайте зеленого. Там косноязычие на него киньте. Сбежались. Пельмени. Добивайте. Так, следующий будет красный. Войд, готовь, боб. РДД сразу к красному бегите, короче. Ну, в смысле, где-то в печеньке стойте РДД, чтобы сразу можно было бить. Так, Войд, готовь давать Иван этот боб. Так, РДД играйте по красному, пельмени смотрим. Боб актуалый. Все, стой, бей. Бей красного, не беги, бей красного. Всех красного играйте, милики, играйте всех красного. Все, слили, молодцы. Давайте, теперь опять зеленый сейчас будет. Становимся это хилы и РТД. Блять. Хилы и РТД в печеньку становимся. Не-не-не, телефон. Так, сразу переключайте зеленого. Так, играйте в зеленого. В зеленого играйте. Давайте, сбежали. Все, добивайте на рейнже. Смотрим пельмени. Ну, кстати, рост забыл дать. Актуалы, готовься. Твой второй боб будет. Выйдет красный, надо будет по цели дать боб. Давайте, выливается красный, хилы РДД в центре, РТ сразу бейте. Милики, как выбери цели. Давайте, РДД бейте красного все. Актуалы, готовь боб по цели. Давай, готовь, пельмени. Смотрим, на кого боб. Готовься, давай. Сама кинешь. Давай, ламруа боб,
Боб, все, бей красного. Бейте все красного. Переводите. Все, раз с ачивкой. Так, не допили, веди к сам, смотри, короче, к центру, к выходу, веди его так, нормально, чтобы было, чтобы лишнее время не терять. Ты лечу сразу, чтобы сейчас запомнить. Смотрим, без роста просто, пельмени там, колбы смотрим. Дайте гимн на ману. Дайте гимн, ой, блядь, сказал охотник. Там колбы, уходите. По 4 стака можно держать там с дивана без ничего. Ну, отводите дальше, тут лужа пробивает. Пельмени. Ну, 3 можешь забрать там, потанчить. Забирай. Все, забирай, паладин. Все, молодцы, добивайте. С ту штука выйдите. Бы надо кому-то. У меня ничего не выйдет. Так, покоритель. Ваня, отойти на пару минут. Давай. Защитник. Вот, покорителя я амнистии кинул. У нее возьми, если шо. Ну тут как обычно трэш сливаем, там сначала больших, потом мелких. Идемте наверх, там кто там. Давай Хмелисунель, или кто там выше. Правую пачку на пульте на протопала и или так, ладно. Советников все играйте, потом остальных. Смотрите, у кого меньше хп, там того и бейте. Там командира, может, действительно вроде хп мало.
Нагрите вторую пачку. Тут лежит. Через советника бейте, вызовите войско, там такая лишник сагрили. Дримджет сейчас, наверное, опять умрет, бедняга. Дримфиф. Дайте на пул, хорошо там, на протопала. Играть, блядь, чё вы так умираете? Играть, у кого меньше хп, того вы бейте. Не умирай, Поклонский. Блин, тут что, я один только хилю? Допустим, Роджер хилит. Ну давайте, добивайте, БРы там не тратьте. Плохо. А чё, мы должны слить? Ну, пробуйте, там БДК танчит. Бейте только, у кого меньше хп, он там командира бейте. Ну все, падайте. Неаккуратно сагрили там лишний трэш, который в дальней стали, все бегите, чтобы вас не ждать, не резать. Ну, если не будем падать по глупости, то успеем. Ничего, полный дом на следующей неделе сделаем. Сейчас тоже, кстати, очистка достаточно такая. Если нужна кому. У нас за это ячи войск многие пришли. За это ячи. Все топчики делали это вообще, когда лич таунчился. Давайте, Тирент, ежик, снегу. Дайте бафы там, каску лапу, пристабав там. Сейчас ману риснем. Эльтая, дай им на ману. Так, ну давайте чек на пул. Так, а Трамблер тут, Поклонский тут. Сейчас тут трэш уйдет, будем агрить, подождите. Ну, все там, агрите, кто там БДК или протопал. Через печеньку играйте. Печеньку, потом звездочку. Можете остальных агрить.
Наставить надо кому-то ачивка. А что там за ачивка? Зубоплотнитель. Давайте, фулл бафы. Бафаемся. БДК на двоих протопал на одном, ачивка никому не надо. Сейчас мы только восполним и будем начинать. Там копар, подходи. Давайте чек на пул. Талдрама на БДК на пульте. Рыба кому нужна? Да, давайте, не ставьте уже с пулей, иди на позицию, танки. Машулечка, подходи. БДК на двоих попал на одном, там рост пула дам. Там присты, ханты на кинетике. Короче, все РТ на кинетике, чтобы она не упала. Так, смотрим, сейчас вихрь, бежим, разбежались. От хиля там отойдите, чтобы поклонские шарики мог забрать. Так, вихрь, разбежались. Бейте Валанара. Так, кто там? Талдорама бейте. Хилы, РДН, Ренжу, смотрим шарик, разряжаем по рейду, надо будет прибежаться. Я не знаю, в обычке маншрута это нет. Смотрим, чтобы кинетика только не упала. Бейте киля все. Слады капли на Поклонского. Там все бейте киля с этот там, неважно, только кинетику следи, чтобы не упало. Тринфих тоже дай там каплю на Поклонского и добивайте. Все, молодцы, убили. Идите трэш чистить. Можете по этой стороне, тут ближе. Ну так, кому твой ядерь? Там на мейн, на офф. Играйте советника, печеньку, только не так, как на том трэше, там не АФКшите. На пул дайте все как положено, а потом бейте у кого меньше хп, только желательно точечно, чтобы они умирали. Давайте я хилю так бы метки поставил, просто смотрите, у кого хп меньше, тихо бейте. Идемте наверх. Я здесь, сори. Подходи. Мы по другой стороне пошли, там не умри от трэша. Давайте хилы на РД на люстру, становитесь.
короче, зона бессмертия. Надо бежать. Копар, мы с другой стороны пошли, там трэш с той стороны не чищен, мы слева пошли. Не умри. А, ну-ну-ну, понял. Сейчас иду. Так, давайте все в печеньку встали, сейчас будем смотреть. Кого ачивка надо, чтоб укусили? Идите на правую сторону. Чтобы укусили, идите направо. Там, смотрите, надо, чтобы укусило и чтобы не укусило. Кому укусило, надо направо валите. Вань. Чё? Мне надо уйти, но Настя может за меня на Ршану зайти. Ну, пусть заходит. Сейчас я ее начислю. Спасибо большое. Что ты говоришь, кого кусать направо, кого не кусать налево? Да, кого кусать направо, кого не кусать налево. Надо кому-то эта ачивка, чтобы кусали, не кусали. Право кусают, лево не кусают. Да, тут больше как будет. Походу ачивка никому и надо. Так, просто убьем сейчас, дайте шкаф. А кто не направо? Есть у кого абсолютная пыль? Только 15. Только в банке. Пыль, банки, да, дайте печеньки обмен, дайте. Ну, я бы тебе посоветовала, забила. Ну, все, уже спасибо. Так, дайте по шаману фулбаф. Так, Лимон, ты тут с нами, врага? Дайте пани бафа, там каску лапу пристабаф. Интеллект есть. Короче, с левой стороны игроков не кусаем. Кусаем игроков с правой стороны. Миликов там кусаете. Милики, если вам ачивка я, да, можете тоже там постоять, покурить. Хилов там кусаете, смотрите. Хилы там тоже, если кому не надо кусать, на левую сторону идите. Кому надо кусать, на правую идите. Вон там, пошли налево, тех не кусать. Там Роджер, Дримфив, Тигара, тех не кусаем. Давайте, чек на пол. Только с пактом сбегаемся, потом обратно бежим. Ёжик с него где-то там, заходи. Налево кусаем, да? Не-не, налево не кусаем. Кусаем с правой стороны. Ёжик, по-моему, это и есть Лимон, нет? Да. Ладно, так пойдем, пока чек на пол. Блин, так непривычно бить слева. А можно стоять справа, но чтобы меня не кусали? Ну, тебя скорее всего укусят. Так, идите на позицию, начинайте. Там пакт кидается, сбежались, если что-то там, и обратно в левую сторону идем. Он с левой стороны, там кто дальше, Теренда стоит, тех не кусайте. Теренда тоже, наверное, не кусайте. Ну, Хали там, с правой стороны всех кусай. А кто вы, беги. Спирайтесь. Внести тебе. Ваня, а где Росинь, ты с кем ведешь? Да не знаю, если соберете. Посмотрим. Сберите с фактом.
Тиара, беги. Так, левая сторона, идите прямо налево. Сейчас будут фиры, чтобы вы направо не побежали, а потом мне говорили, что меня укусили. По следующей цели там присты, кто-то антифир киньте, кто может. Давайте отходим от луж, смотрим, сейчас фиры будут. И страх. Роджер, беги. Все, влево идите, налево там, в центре не тусуйтесь. Роджера захил. Укусы. Хали, хотя далеко там, если с левой стороны там друид какой-то есть, скерц оресните. После вихря только встанешь. Давайте там, передавайте укусы, даю рост, добивайте. Только левая сторона, идите налево, я вас прошу. Реинкарнация, беги. Якс, все, молодцы, добивайте такого-то, вообще зачивки тоже будут, наверное. Да, много ачивок. Надо кому-то щит. Завоевателя. Защитник, возьми у ВВ, я ВВ дал. Щит. Песните, пожалуйста. Я ему просто дал. Так, Dreamfix пикнись там в танк на трэш. Протопал отошел. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал.